самая возрастная, хотя не очень хочу говорить примите к женщинам это, но тем не менее факт остается фактом. 37-летняя Анна Карен Зидек, 1 апреля будет 38. Магдалена Нойнер, довольная, счастливая, и Тура Бергер, уставшая. И, в общем, перед стартом не так кайфует она, как это заметно, по Магдалине Нойнер. Но Нойнер вообще чувствует себя в полном порядке на фоне такой массовой, ну, я бы сказал, массовой усталости многих. Потому что действительно тяжеловато в Северной Америке. Андрея Хенкель максимально маскируется специальными пластырями, которые позволяют сохранить от мороза кожу очаровательных женщин. Какие они все-таки милые. Если развесить вот эти фотографии, уважаемые друзья, в ванной, где-нибудь еще, ночью туда пойти включить свет, можно получить несказанное удовольствие. Но хватит шутки шутить. Скоро гонка. Ждем старта. Так, потом во второй в этой волне Гёснер, Брюне, Валя Семиренко, Калинчик, Домрачева, Бахман. Единственная вот отвалилась, подтянулась Зидек после своего первого промаха. И Сабрина Бухольц, 52 секунды. Глазырина, 53,8 на 14 позиции. И пока никого из россиянок нет даже в 25 лучших. Ну, в общем, мы сегодня... Ну, сами скажите, что мы сегодня, уважаемые друзья, в конце концов. Рико, Елена. Ну, можно выдохнуть сейчас. Посмотрите, это прогулочный темп. Абсолютно. Радуется, спокойно совершенно, получая удовольствие от каждого движения. Знаете, она вот сейчас идет, как любовью занимается.